В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Куда поставить остановку? На совещании в городской думе обсудили возможные варианты размещения остановочных павильонов около первой поликлиники. Театр равных. В молодежном центре открылась новая творческая студия. Лучшие бегуны города. На стадионе «Икар» прошло первенство по легкой атлетике среди школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Не так много времени остается до полного открытия улицы Семашко после реконструкции. Многие горожан волнует вопрос об устройстве новых остановок общественного транспорта рядом с первой поликлиникой. По запросу ветеранских организаций Сарова в городской думе прошло рабочее совещание, на котором депутаты, представители администрации и частных перевозчиков обсудили возможные варианты мест для размещения остановочных павильонов. Как сократить путь с автобусной остановки до первой поликлиники или Маслихи? Решить этот вопрос поможет установка новых остановочных комплексов на улице Семашко. На совещании в городской думе рассмотрели два варианта размещения павильона для общественного транспорта на отрезке от Курчатова к Зернова. Либо это будет заезд непосредственно в карман перед входом в первую поликлинику, либо это будет сделано чуть дальше, для того, чтобы можно было организовать рядышком два остановочных комплекса и сделать пешеходный переход через новую четырехполосную дорогу. Со стороны больничного городка напротив первой поликлиники тротуара нет, поэтому по нормативам поставить там остановку не получится. Павильон может появиться чуть дальше по направлению к Курчатова. Те остановки, которые есть на улице Зернова, останутся. Сейчас решается вопрос с организацией общественного транспорта, который будет заезжать на Семашко. То есть появится либо новый маршрут частного перевозчика или Горавтотранс, либо изменится уже существующий. Свои варианты заинтересованные стороны должны предложить до 16 октября. Еще один вопрос, который обсудили на совещании, организация автобусного маршрута, соединяющего улицу Сахарова, ДК «Авангард», Музрукова, старую часть города и район новостроек возле третьего КПП. В частности, на это есть запрос жителей улицы Менделеева. Есть трафик, есть жители, которым очень, достаточно долго добираться до остановки. Вот организация нового маршрута, которая свяжет, например, улицу Менделеева с, пусть будет, как обсуждалось сегодня, с 21-й площадкой, заходом через, как раз проездом через ДК «Авангард», как в эту сторону, так и в другую. Но вот это будет такой серьезный момент для проработки. Свои предложения по этому вопросу в департамент городского хозяйства направят частные перевозчики и Горавтотранс. Затем варианты рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. Канал 16 будет следить за развитием событий. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. Другим новостям. В рубрику «Городской дозор» обратились обеспокоенные безопасностью своих детей жители улиц Музрукова, Советская и Казамазова. Во дворе около 12 школы, несмотря на знаки «Жилая зона», гоняют машины, а водители не пропускают переходящих через дорогу школьников. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. 6-летняя Рита пока ходит в детский сад. В следующем году пойдет в школу номер 12, которая расположена по соседству. Радостное ожидание учебы омрачают переживания мамы о том, что к учреждениям сложно подойти. Дорога узкая, поток машин идет сразу с трех сторон. Кто-то привозит детей в школу, кто-то выезжает из дворов на работу. Водителей останавливает только лежачий полицейский на спуске от УВД до улицы Казамазова. Никаких знаков для пешеходов нет. Очень сложно переходить. Машины едут, не всегда останавливаются. И иногда перегораживают прям вот сам подход к школе. То есть и детей отпускать одних страшно, и даже вот самим с ними переходить дорогу очень тоже внутренне очень страшно. Без помощи взрослых школьникам переходить дорогу становится опасно. Мешают еще и припаркованные вплотную автомобили. Водитель может не увидеть ребенка за поворотом. На пешеходов реагируют по-разному. Бибикают, иногда окошко откроют. Могут сказать, не видишь, куда идешь. Так это мягко сказано. Вот. Пытаются, конечно, там притормаживать, но страшно иногда чувствовать, что притормаживают из больших скоростей. С этой проблемой сталкиваются почти все школьники и их родители. Саровчане считают, что пешеходный переход сделал бы их дорогу к знаниям безопаснее. Комфортно переходить дорогу или есть какие-то сложности? Есть сложности, потому что здесь ездит машина, то есть могут... не дай бог задавить. Если ребенок будет переходить дорогу один, то мне будет страшновато, потому что, в принципе, здесь движение неконтролируемо. Каждый едет как хочет, паркуется как хочет. То, что здесь нет пешеходного перехода, я думаю, что да. Люди бывают как бы слепая зона, выезжают и не видят перебегающих детей. Ну, вот здесь достаточно, да, трудно, потому что машины с этой, с той, еще и с этой выезжают. Ну, немного проблематично. Машины не останавливаются, не пропускают пешеходов. Вот, деткам очень опасно, их не видно из-за машин. Вопросы по установке дополнительных знаков и пешеходного перехода на этом участке в ближайшее время рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения. Здоровье и жизнь детей напрямую зависит от взрослых. Пока вопрос не решен, водителям стоит быть бдительными, не превышать скорость на опасном участке и внимательнее смотреть по сторонам.
Родители саровских школьников могут задать вопрос министру образования Нижегородской области Сергею Злобину. Наиболее острые актуальные темы чиновник разберет во время единого родительского собрания 28 сентября. Обращение направляют через специальную форму, которую можно найти в группе «Образование 52» в социальной сети ВКонтакте. За мероприятием можно будет следить в прямом эфире. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 октября зарплаты федеральным бюджетникам проиндексируют на 4,3%. Повышение затронет все федеральные учреждения – казенные, бюджетные и автономные. На индексацию зарплаты также могут рассчитывать и те, кто работает в региональных и муниципальных ведомствах. Соответствующие рекомендации увеличить размер выплат на ту же величину в начале года разослала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В четверг, 26 сентября, в городской прокуратуре пройдет горячая линия по вопросам, касающимся нарушений законодательства при ремонте и содержании дорог в городе Сарове. Звонки от жителей будут принимать с 2 до 5 часов вечера по телефонам 756-36 и 330-96. Кинозал городской художественной галереи приглашает саровчан на премьеру документального фильма «Я, Клод Мане». Лента рассказывает о жизни и творчестве одного из самых ярких представителей французской школы живописи. Клода Мане считают основателем импрессионизма и одним из наиболее влиятельных художников своего времени. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лектории в кино» состоится 26 сентября. Начало в 6 часов вечера, билеты в кассе галерей. Для лиц старше 12 лет. В молодежном центре открылась инклюзивная студия «Театр равных». В новом арт-проекте свои силы в сфере искусства попробуют молодые люди от 12 до 35 лет. Ограничений по здоровью нет. В процессе обучения участники арт-проекта будут заниматься пластикой, дикцией, хореографией. На первом занятии инклюзивной студии побывала наша съемочная группа. Слышите, да, как шкварчит маслица? Масло разогрелось, и девушка вылила в сковородку яичную смесь. Никаких слов. В тишине с помощью жестов участники рассказывали небольшие истории жизни. Действия они должны были показать так, чтобы другим было понятно, что происходит на сцене. Жарят яичницу или вышивают крестиком. На занятиях в инклюзивной студии начинающие актеры будут осваивать сценическое искусство. Естественно, будем заниматься там по Станиславскому, то есть там и «Я животное», «Я игрушка», все эти упражнения тоже пройдем, там на память физических действий упражнения. В общем, все как в реальной театральной школе. Задача инклюзивной студии «Театр равных» – включение людей с ограниченными возможностями здоровья в обычную жизнь, учебу и творчество. В свою очередь, здоровые участники проекта смогут больше узнать об их мире. Фишка данной студии – это театр скорее как средство идет. То есть это не основная цель, а скорее момент для взаимодействия между ребятами как раз-таки с инвалидностью и ребятами без ограничений здоровья. Итогом работы инклюзивной студии будет литературно-музыкальная гостиная, в рамках которой участники будут читать стихи и показывать этюды. На первом занятии они сделали несколько упражнений на пластику. Было тяжело, конечно, но я, в общем, справилась. Подробнее узнать о работе инклюзивной студии можно по телефону 99-112. В детской школе искусств номер 2 открылась выставка ремесленно-художественного отделения «Мечта и учись твори». В экспозиции представлены изделия, выполненные в традиционных для Нижегородской области техниках. Резьба по дереву, горьковский гипюр, панно в технике маркетри, художественная керамика, авторская кукла. Многие работы изготовлены более 15 лет назад. Даниэла Казакова на выставке «Мечта и учись твори» представила сразу две работы – «Домовенок Кузя» и «Поп вместе с попадьей». Последнюю девушка приурочила к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Семенове на международном фестивале работа Даниэлы заняла второе место. Куклы сделали в текстильной технике, а сама комната из фанеры. Нужно было найти материалы, и чтобы коробка была и легкая, но и довольно плотная, чтобы стенки держались. Анастасия Мечтаева представила на выставке картину в технике маркетри. Над ней девушка работала больше года. Самое сложное, по ее мнению, подобрать цветовую гамму и приклеить все детали деревянной мозаики на лист бумаги аккуратно. На моей работе изображена девушка в пледе вместе с олененком на фоне леса и гор. Я очень горда, что моя работа выставлена здесь. Все-таки это такая история. То есть тут выставлена работа еще первого только выпуска, как бы, и то, что моя именно работа попала на эту выставку, это очень здорово. Помимо нынешних учеников, на выставке представлены работы выпускников детской школы искусств номер 2. Это резьба по дереву, художественная керамика, авторская кукла и даже горьковский гипюр. Экспонаты ранее выставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Болгарии, Франции и Америке.
Отличительные особенности этой выставки в том, что некоторые работы выполнены более 20 лет назад первыми выпускниками. Организовывать и посещать такие выставки важно, потому что они наглядно демонстрируют детям, да, чем жили наши предки, то есть чем они увлекались, какой был у них быт. Ну и плюс они демонстрируют тем ребятам, кто собирается прийти, да, на обучение, каких результатов они могут достигнуть в нашей школе. На выставке «Мечтаю, честь твори» представлено более 100 работ. Экспозиция продлится до 25 декабря. Посетить ее могут все желающие. Подробности по телефону 951-84, без возрастных ограничений. Дом молодежи приглашает супружеские пары города принять участие в празднике «Союз сердец и судеб». Это чествование семей, которые в этом году отмечают значимые юбилеи совместной жизни. Заявки от супругов или их родственников принимаются до 16 октября. Подробности далее. На ежегодном чествовании юбилеев «Союз сердец и судеб» поздравят семейные пары, которые в 2019 году отмечают юбилеи совместной жизни и празднуют серебряные, рубиновые, золотые и жемчужные свадьбы. Тех, кто связали себя брачными узами, пронесли верность друг другу через всю жизнь, сохранили нежность и уважение, воспитали детей и дали им дорогу в будущее. Семья – это целый институт, да, и в последнее время роль семьи в нашем обществе возрастает с каждым годом. И нужно подчеркивать, что немногие семьи сегодня могут похвастаться своей длительной совместной жизнью. У многих она как бы заканчивается, прожив 5, 10, а то и 15 лет. А многие, они и заслуживают того поздравления, которое принесли свою любовь и верность от 25 лет и больше. Гостей вечера ждут поздравления от первых лиц города, творческие подарки от коллективов Дома молодежи, а сами виновники торжества смогут поделиться секретами долголетия брака и рассказать о семейных обычаях. Попробуем в этом году пообщаться с ними на тему традиций семейных, да, у кого какие сохранились традиции, потому что сегодняшний современный мир, его движение все меняет, да, какие-то традиции уходят в прошлое, какие-то традиции остаются. Вот мы у наших пар поинтересуемся. Заявки на участие принимаются до 16 октября. Анкету можно заполнить на сайте Арцаров. Подробности по телефону 53210 или 55202. Сам вечер пройдет 30 октября в Большом зале Дома молодежи для лиц старше 12 лет. На стадионе ИКАР прошло первенство школ города по легкоатлетическому кроссу. Эти соревнования входят в спартакиаду школьников и стали уже традиционными. В этом году на старт легкоатлетического первенства вышли ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Младших участников соревнований ждала дистанция 400 метров. Старшие школьники пробежали 800. Илья Зубанков занимается легкой атлетикой с первого класса. В своей школе молодой человек один из лучших на уроках физкультуры. Его много раз отбирали на городские соревнования по бегу. В этот раз юноша показал хороший результат на старте, смог обогнать своих соперников и вырваться вперед. Однако на дистанции у него свело ногу. Илья пришел к финишу шестым. Плохо я пробежал. Я мог лучше, но подвела коленка при выходе в резкую сторону. Несмотря на досадное поражение, Илья не сдается. В следующем году в 11 классе он собирается попробовать свои силы еще раз и завоевать призовое место. Мои соревнования нужны для себя и для результата. Также балл для школы. Это первенство лично командное, то есть школы, чьи ученики во всех возрастных группах пробежали лучше, получат дипломы за призовые места. Также грамоты и призы ждут ребят, которые пришли к финишу в первой тройке. Первенство по легкоатлетическому кроссу – часть спартакиады школьников. Туда также входят легкоатлетические многоборья, мини-футбол, баскетбол, волейбол. Это идет на протяжении всего года, заканчивается в конце апреля детским многоборьем. Из-за погодных условий награждение лучших участников пришлось перенести на несколько дней. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канал 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.